Всем привет, с вами Тимоха, и как мы уже привыкли, ивенты получают обновления, и там можно получать новые вещи. Так вот, ивент по названием NFL Toucan дополнился, и теперь в нем мы сможем получить вот такую вот кепку в свой Roblox инвентарь. Называется она NFL Draft Hat, и, ну, честно скажу, выглядит она, ну, нормально на самом деле. Если бы не вот этот вот брендинг сбоку, было бы прям вообще хорошо. Ну, а так, я думаю, ее реально можно носить, если у вас нету подходящего головного прибора в вашем инвентаре. Но это еще не все, ребята. У нас к получению стало доступно, внимание, вот такой вот прикольный рестлер, который будет одеваться к нам на голову, и он типа к нам на голову летит, на нас приземляется. Я думаю, выглядит довольно прикольно и стильно. Кстати, к моему костюму он подходит, потому что он фиолетовый, и я сам фиолетовый. Но, ребята, торопитесь, потому что он будет доступен только с 30 апреля до 8 мая. Поэтому забирайте его как можно быстрее. Ну а мы переходим к получению кепочки в ивенте NFL. Заходим в этот плейс, ссылка на который будет в описании, и название вы сейчас видите на своих экранах. Итак, меня тут перекидывает немножко, все как-то багано-лагано, ну ладно, пофиг. Мы встаем на вот эту вот плиту, на которой написано «Лобби апгрейд», $100 стоит, но я думаю, $100 там изначально у вас будет. Теперь мы бежим вот к этому банкомату, тоже встаем на плиту и заходим вот в эти дверцы. И теперь здесь нажимаем на кнопочку «Edit», на иконку молоточка, и здесь выбираем во вкладке «Decoration» «Эксклюзив», и за $0 ставим вот такую вот, что это, выставочную какую-то штуку с шапками, и нам дают шапку в наш Roblox инвентарь, ту самую кепку синюю. Вот и все, довольно просто, и заняло это даже меньше минуты. Поэтому выполнить данный ивент, я думаю, будет желательно для вас, потому что времени это вообще не занимает. Пишите в комментариях, как вам данное дополнение для ивента NFL, будет интересно почитать. Лично для меня, ну не знаю, как-то мало они всего добавили, да и к тому же, ну такое, если честно, оценивают это дополнение на 6 из 10. Ну а если впервые, то не забываем подписываться на канал, ставить лайки за друзей и, конечно, присоединяться в наш дискорд сервер. А с вами был Тимоха, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи!